Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины. И вот мне стало тесно в рамках Буэнос-Айреса, и я решила отправиться в мое большое путешествие по Аргентине. А вчера мы выехали из Буэнос-Айреса, проехали 800 километров на север Аргентины, но вчера я ничего не снимала, что-то мне так лень было. Но сегодня все-таки решилась взяться за камеру. И сегодня мы едем в город Кордоба. Не тот, который в Андалусии, в Испании, а тот Кордоба, который находится на севере Аргентины. Немножко на поворотах заносит машину. Первые впечатления от большого путешествия по Аргентине – это то, что я не знаю, как некоторые умудряются с рюкзаками путешествовать, потому что вчера мы выехали из Буэнос-Айреса, было утром 13 градусов, сегодня у нас на градуснике уже 27 градусов. То есть это путешествие, которое проходит уже сейчас за 2 дня через несколько климатических поясов, и это будет еще меняться, потому что чем дальше на север, тем ближе к экватору, а чем дальше на запад, тем выше в горы, в Анды, поэтому везде климат разный, и нужно с собой иметь одежду на все времена года. Но это мелочи по сравнению с тем, что можно увидеть, путешествуя по Аргентине. И вот сегодня, как я уже сказала, у нас город Кордоба, потрясающий город с историческим центром в колониальном стиле. Прогуляемся сейчас с вами и пешочком, проедемся на машине, потому что Кордоба – это огромный город-миллионник. Кордоба – это второй по численности населения город в Аргентине. Здесь проживает больше 1 миллиона 600 тысяч человек. Это город, который был основан еще первыми конкистадорами в 16 веке. И это город, в котором находится древнейший университет Аргентины и 4-й по старшинству во всей Южной Америке. И вот мы уже подъезжаем к Кордобе. Давайте посмотрим на этот город, в который невозможно не влюбиться. Thank you.
есть. А если мы сегодня будем сейчас зеленый экран по городу? Детские. Вот и нагулялись мы по городу Кордоба. Если вам понравилось видео, не забудьте вон там вот внизу поставить лайк. А наше путешествие продолжается. Мы движемся дальше на север. Поэтому, кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь вон там вот внизу, чтобы вам пришли оповещения, когда я загружу новые видео из новых интересных мест Аргентины. Всем пока-пока!